Алексей Осипенко, семинар Тони Робинсона. Упражнение к пятому уроку про возможность создавать необходимое для вас состояние, вне зависимости от того, что на самом деле с вами происходит. Упражнение такое, и вы можете его попробовать с кем-то из своих близких. Вам нужен человек, и вы должны с ним поговорить и что-то рассказать о себе. И расскажите... Первое, расскажите в состоянии, как будто бы вы теряете время. Ну, то есть вы вот такой, привет, слушай, ну что, как ты? Да, ну ладно, слушай, у меня мало времени, мне нужно как бы идти. И вот это состояние потери времени, вот такого пренебрежения, оно, соответственно, отразится в ваших движениях, в ваших словах, в ваших интонациях, в вашей мимике, в жестах. И вам нужно зафиксировать. Вы вот это сделаете, а ваш напарник пусть даст вам обратную связь. Вот было вот, ты как бы вот так себя вел. Второе состояние, то есть второе задание. Вы должны поговорить с человеком, познакомиться с ним, как будто бы вам очень страшно получить «нет». То есть вы должны прям, вот вы очень боитесь. Если он вас отвергнет, то все, у вас там ближайшие 2 года не будет еды, и ваши близкие заболеют и умрут. И вы должны теперь вот как бы с таким настроем постараться поговорить с человеком. И дальше оцените свое тело, и пусть он посмотрит на вас и тоже скажет, что с вами происходит. Третье задание – это познакомиться с человеком, поговорить с ним что-то о себе, что-то о нем, спросить о себе, рассказать в состоянии мотивации. То есть вы понимаете, что если у вас все срастется, это будет потрясающе круто. Вы всю жизнь будете счастливы, упакованы, будет очень здорово. Для вас это очень важно. И вот теперь вот в другом, еще в третьем состоянии, соответственно, поговорите с человеком. И четвертое – это сверхрадость. Представьте себе, что человека вы не видели, он самый близкий для вас человек, он как потерялся, и теперь вы его нашли. И это вот нахождение вот самого ценного в жизни, и вот теперь вот с таким состоянием поприветствуйте человека. Да, привет, как я долго, как ты, я так рад тебя видеть, все. Вот включите, вот понимаете, да, то есть 4 состояния, они должны быть по нарастающей, и вы их проиграете и прочувствуете. Смысл в том, что вы должны научиться, создавать нужное вам состояние, управлять своими состояниями. И тогда у нас будет больше энергии, это очень круто. И эта энергия не будет зависеть ни от чего из внешнего мира. Поехали!